Привет! Вы на канале? Мы отмечаем праздник Рождество новозеландское. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Как ты говоришь, Дед Мороз? Хо-хо-хо. Да. Санта говорит хо-хо-хо. У нас сегодня праздник, елка, и будем открывать много подарков. Смотри, уже Дед Мороз тебе привез половинку. Да. Все подарки. Это еще не все. Можешь представить, что это еще только начало? Все подарки. Да, это баба с дедой к нам ехали. 10 подарков. Увидели Дед Мороза. 10 подарков. Это, да, это, наверное, нет, больше даже 10. Больше. Но мне кажется, будет еще больше. Да. Классно. Хотя борода такая. Как у Деда Мороза. Каролина, Merry Christmas! Каролина ничего не понимает. Серьезно? Что происходит? Серьезно? Ой-ой-ой! Santa's little girl! Ну что, все расплачется. Да? Баба, быстрее бери. Красивые капкейки. Пить чай, кофе и открывать подарки. Ну-ка, давай. Кара, давай. Скорее. А, не хочет, не хочет. Так что, когда будем открывать-то? Когда? Давай, я буду с бородой, а ты будешь шапочки просто, да? Наверное, скоро. Видно? Дай посмотрю. Видно что? Женя. Знаешь, кого мы сейчас слышали на улице? Да! Настоящий, что ли? Да, настоящий. Ух ты! А ты знаешь, что он сейчас сделал? Он тебе много подарков там выгрузил. Да ты чего? Пойдем смотреть? Да. Пойдем скорее! Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим! Ой-ой-ой! Кима охраняет! Кимка охраняет! Женя! Что-то у меня это самое, да? Да. Это, наверное, слишком, да? Не ожидал. Слышь? Жень! Ты думал, что столько много будет всего? Жень, ты знал, что столько много будет? Да. Ты знал, да? Много-много. Женя, смотри, там еще с другой стороны. Все забито игрушками, ну, подарками. Конфеты даже. Ну, это ты поделишься, да, с нами? Мы все вместе скушаем конфеты, да? Да. Это, наверное, будет вкусно с чаем? Да. Ну что? Сначала открываем. Сначала открываем большой фиолетовый. Так и знала, что да. Самый любимый. Да. Так, самый главный подарок, смотрите. Да. Самый основной. Да-да. И... Это новый? А что это, Жень? Что это? Новый горшок! Реком большой, хочешь попробовать? Он такой большой. Так, еще один, а потом мы поделимся со всеми тоже подарками. Все тоже хотят подарки. Сереж! Давай, что это там у нас? О, Женя! Что это? Ты знаешь, что это? Ну, что? Еще железная дорога. Еще железная дорога. Ты угадал. Кому подарим подарок сейчас? Бабе, деду, папе. Кому? Выбирай. Просто кто первый будет. Просто любого выбери. Ладно, давай подарим. Вот это чей? Это Женя, да? Да. Нет, это ваш. Жень. Это нам? Папа и мама. Да. Вот, значит, папа с мамой открывает. Ой-ой-ой, какие контейнеры. Ой-ой-ой. Что это, Жень? Опять железная дорога. Ой, да, смотри, какой мост. Что такое, что Жень, у нас будет железнодорожник. Класс. Ух ты. Вау. Я буду помогать. Помогай, давай. Я буду держать, а ты рви. Молодец, Санта! Это бабы с дедой! Ух,
Правильно. Баба, давай. Баба, открой. Эй, а давай теперь бабы Гали, там где-то есть подарочек. Где там бабы Гали? Давай подарим. От Санты. Так, продолжим. А что вот это такое, Жень? Мне интересно. Давай его откроем. А, это для Кимы. Какой-то длинный у нее хвостик. Хвостик длинный. Да, это какой-то непонятный ежик. Какой будет следующий? Это тебе? Да, я уже не. Это Женин подарок, да? Женин? Фиолетовый, значит, Женин. Да, фиолетовый Женин. Так, что там? Что там? Что там? Какие-то машинки? О, какая машина! Это какой-то грузовик крутой! Ну-ка, дай посмотрим. Которые фермеры. Да, американцы таких. Форд, это Форд. Что это? Еще один фиолетовый подарочек? Какая-то книжка. Ой, пазл! Да, видимо, это пазл? А деревянный. Какой классный. Пазл там. Так, какой папин мешочек? Не-не, на елочке. Какой носочек папин? С папиной буквой. Какая буква папы? Кукла. У нас есть A, есть K, есть S, есть J. Папин подарок этот. А мне кажется, тебе подарок. Да. Ну-ка. Мне ты думаешь, это ее можно кушать, думаешь? Нет. Ну-ка, давай попробуем. Что это такое появилось? Это тоже Дед Мороз тебе привез? Да. Он тебе повесил шоколадки на дерево? А давай папин мешочек. Папе, наверное, буква С папина. Откусил и отдал папе. А что там внутри? Ну-ка, дай папе. Так, что у нас? Одежда? Это Каролинина. Что-то розовая, Жень. Это для Каролины? О, это тебе. Класс! Ну да, попробуем. Так, это... То есть, да, можно рисовать на футболке, потом получится рисунок. Сколько подарков. Да, папа пока будет Крисмас. Открываешь штучку. Вот, смотри, Жень, там какое-то яйцо внутри, да? Прочитай, что надо делать. И у тебя вот такие палочки, а внутри, видимо, динозавр вылупиться должен. Так. Давай, давай, давай. О, молодец. Вот нажимай лучше, нажимай. А, вот так, так дырку. Тыкай, тыкай. Как мы с тобой дырки делали? Ага, ага. Так, что там должно быть? Там должно быть. Там внутри какой-то динозавр. Да, мы сейчас его откопаем. Кости динозавра. Ох, там кости? Наверное. Написано, так, внутри кусочек отвалился. Так, куски. Где же он? О. Так. Вау. Так, давай дальше копай. Ой. Так. Вон он. Хвостик появился. Так. Ух ты. Ну-ка, ну-ка, давай, ковыряй. Вот, давай эти кусочки. Так. Так, молодец. О, смотри. Вот он. Так, вот так, он. Так, 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 ну-ка, попробуй. Попробуй, достань. О, смотри, какие кости. Так, маленький динозаврик. Ты посмотри, у него зубы. Посмотри. Каролина! Так, продолжаем открывать. Ой. Что у нас? Такой большой черный мешок. О, что там? Подарок. И... О, Женя, а что это? Угадай. Бассейн. Бассейн. Это раньше строили так, чтобы навсегда, а теперь строят так, это чтобы книжка? На один сезон. Пока гарантия. Сразу, чтобы после гарантии сломал. Тара, еще одна книжка. Смотри, про кота. А ты посмотри, что внутри там. Мама, да, мама. Жень, а ты свой мешочек-то проверил? А где же он? На дереве. Жень, мы нашли его. Вон он высоко. Специально спрятал. Тебе достать? Да. Ой, какой лолипоп. Покажи. Дед Мороз лолипоп. Дед Мороз, леденец. Там денежки. А ну-ка, давай о, ручку. Сколько денег, какой ты богатый. А вот это стоит. Это тоже денежка? Это специально. Вы видели такую денежку? Это Фанка не видела. Это новогодние денежки. Вау. Вот, видишь, $2. Доллар.
Капитола. И еще Делевин. Вот это команда. Невкусные. Невкусные. Эти вкусные, вкусные. Берешь монетку. А можно им в моем пузе? Ставь сюда, ставь сюда. И трем, трем. Вот трем, 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 трем. Там можешь что-нибудь выиграть. Не выиграли. Ну ладно. Зато а весело какие было. Получили? Скажи, Жень, там что там получилось? Какие у тебя 15, да? Да. А еще? А еще? Что там было? 50. Там плохо так очень видно. Поэтому. Там было 2 по 10 тысяч. Что у нас? Это для Каролинки тут подарочек. А шоколадки. Сука, у нас сладости. А вот это что? Это кому? Это дедушка с бабушкой. Это баба с дедой, Жень. Ух ты, хо-хо-хо. О, у Каролины сколько билетов? Это станция. Это с часами. Это станция с часами. Давай. А вот тут открывается. Знаешь, как вот это? Так, вот так, вот так ногтем ее. Опа. Покажите с перьяком. Так, сейчас мы ее коробочку откроем. Это продолжение Чагинтона, смотри. Смотри, мы ее сейчас вытащим. Смотри-ка, давай. А вот, ваш мёд. Крисмас, хо-хо-хо. Чё мы у нас выиграли? Какие у нас? Что? Так. Видите? Так, это что, горки? А, как у тебя, только видишь, чуть-чуть другие горки, да? Смотри, кто у тебя? Брюстер. Нет, Брюстер, видишь, что написано? Смотри, Брюстер. У тебя новый Брюстер. И? А это кто? Какой классный. All Puff and Pete. Ну-ка, ну-ка, смотри, какой вот красивый вот этот чёрт. Ну-ка, попробуй, собирается он. Так, вот это. Так, видишь, паровоз будет проезжать там под башней. Красота какая. Ну так, да, молодец. Путь большой, да? Женя, какая у тебя дорога получилась? Мы соединили нашу дорогу с... Еще одна, и еще плюс разные кусочки. Так мы еще даже мост не построили, Жень. А, вот который наш новый мост. Ты пробовал его? Вау! Через башню. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень крутой. Как дорога у тебя получилась. Для машин, для всех. Какая у тебя штука деревянная. Парковка для машин. Гараж какой. Смотри. Круто, какой гараж. А что такое там опускать? Там смотри. А, там еще лифт. Да, здесь он идет. Ты видел, Жень, там лифт есть? Ну, это такой, типа, как у меня дома, да? Они заезжают туда. А куда часы? Часы никуда хочешь, наверное, не знаю. О, всем, всем, всем. Это капкейк. Капкейк. Так. А там подстилка или как? Нет. Ты знаешь, что я запрятала? Кэнди Кейн. Ты знаешь, что такое Кэнди Кейн? Они выглядят вот так вот. Только настоящие. Будем искать. Их 8 штук. Ты должен 8 найти. Они где-то на елочке. Давай, ищи. Ищи. Смотри, смотри. Ну, так. Молодец. Вот так вот. Ну-ка. Аккуратненько. Вот, ты одну нашел, белую с красным. А тут вот еще, по-моему, на... нет, нет, это какая-то игрушка, да. Нашел. Вот. Вау. Два. Так, Женечка. А вот тут хвостик-то. Вот, вот, точно. Молодец. Три. Самые верхние тебе просто на стульчике искать. Ну, подожди. Осторожно. Должен быть внутрь. 8 штук. Женечка, вон, смотри. Нашел. Нашел? Видела, да? Держи, я держу, 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 не бойся. Держу, 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 доставай, доставай. Взялся? Взялся. Так. Ты наверх? Наверх, да. Наверх. Вот, вот так. Ой, молодец. Вместе с иголками. Достал. Нашел. С этой стороны.
Там я видела. Вот посмотри туда. Хорошо, смотри. Ты прям загляни туда. Ну? Не видишь? Ну-ка, может, там вообще пониже. Не видишь? Вон, пониже, вон же. Вот пониже. Тут. Там же есть что-то. Нашел. Ура, ты все нашел. Иди папе молодец. Покажи. Молодец. Ура. Видишь, там есть папа. Вчера я офигел. Он нашел. Нашел все. О, бабушка, смотри, как Женя нашел много. Ничего себе. Ух ты. Да, это вот именно. Ну что, слопаем? Два, Жень, раз, два, три. Вау! Только один. Ой, меня, а остальное... ты оба что ли проиграл? Да. Ну вот. А вот в линейке было видно. Вау, вот это классная штучка. А вон это интересно. И линейка у тебя. Ой, смотри, это ристрафорет. Ристрафорет? Ой. Лена? Жень, круто. Вообще. Филетовая. Твой любимый. Цвет. Давай фиолетовую оденем. Давай. Покажи, как ты. Кому красивый? Поймал. Кому что? Ну-ка, покажи мне сюда свою корону. Так, раз, два, три. Опять ты выиграл. Опять Женя победил. Да что такое? А вот Женя, Жень, вот ну-ка. Что у тебя? О, это выпало оттуда? Сюрприз какой-то? Что это? А, это на глаз одевают, чтобы быть пиратом. Хочешь быть пиратом? Да. Давай. Мы сделаем из Жени пиратскую морду. Я буду пират. Пират. Ты будешь пират. Глаза. Интересный пират с галстуком. Да, пират, он все время одноглазый. А Буся хочет пират. Идти. Как игрушка. Солидная. Так, какой глаз? Все, съела. Нужно сказать. Сейчас. Нормально? Пират, скажи, Женя. Скажи папе, на папу смотри. Скажи. Ну что, понравился тебе праздник? Да. Да? Подарки тебе понравились? Да. А что тебе больше всего понравилось конфеты. Сегодня? Конфеты. А поезд? У тебя там столько поездов? Все тебе понравилось? Да. А что мы сейчас будем с тобой кушать? Конфеты! Конфеты! Скажи всем пока! До скорой встречи! Всем пока! Я вас люблю! Пока-пока! Я вас люблю! Пока-пока! Я вас люблю! Подписывайтесь на канал Ребятвы! Пока-пока! Ура!